Американский журналист и редактор сайта журнала The Ring Дуглас Фишер эмоционально высказал свое мнение о бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниелом Джейкобсом. Поединок в Нью-Йорке завершился победой Головкина единогласным решением судей. Казахстанец впервые в карьере дрался 12 раундов и успешно защитил свои титулы. После боя некоторые не согласились с решением судей, в их числе и сам Джейкобс. «Обожаю оскорбления от всех хейтеров Triple G. Обожаю. Такие же ощущения у меня были после боя Ковалёв-Уорд. Выкусите», — написал Фишер в Твиттере, после чего ретвитнул несколько сообщений от фанатов и коллег в поддержку Головкина. Сотрудничающий с изданиями Yahoo Sport и Sherdog, журналист Андреас Хейл считает справедливым решением судей. «Это не было ограблением. Очень близкий бой, в котором могло пойти все по-другому. Triple G выиграл, и это не самое худшее решение», считает Хейл.